Для того, чтобы сохранить авторские права, мы публикуем лишь фото актеров из данного сериала. Неожиданный приход Дениза в суде всех взволнует. Хотя это и было больно, но Дениз понял, какие чувства испытывают друг другу на злые Ферит. Но узнав, что у них фиктивный брак, открывает новую страницу. А на злые с Феритом вынуждены с одной стороны убеждать всех своей искренней и столь чистой любви, а с другой стороны контролировать Дениза и Суман. Ситуация между ними становится все напряженнее, а выдвинутые Денизом условия всех очень сильно удивят. Посмотреть очередную 20-ю серию турецкого сериала «Полнолуние» вы сможете вечером 19 ноября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!